ты же в курсе истории у нас про Патрики? Район такой тебе небезызвестный в Москве. Особая зона. Вы сексоголик. Я король сексоголиков. Вы таких даже не видели. Я вот себе шляпку новую купила. Да! 7000 евро. Приемлемо. Ну, слава богу. Давай отпразднуем начало новой жизни. Цифровой детокс. Знаешь, я подумал, давай просто плыть по течению. Это откуда такая мудрость? Из кружка судомоделирования. Ну и что такой идеальный парень делает у нас в Москве? Нравится мне здесь. Накосячь, баб приводил. Даже в мыслях не было. А можно мне водочки? Приводим в действие план Б. Мне надо какую-то хлорку, я не знаю, мирмистина, сейчас все будет. Да прекрати ты! Это Миша принимал ванну со свечами. А почему он у нас-то ванну принимал? У него что, горячей воды нет? Отключили воду на Патриках! Хитит твою мать! Держите меня на поводке, я как собаку. Да как я найду жениха, если я никуда не хожу? Главное, чтобы они поверили и свалили, понимаешь? Давно мечтал о нашей встрече. Познакомиться с творцами этой Венеры. Где такому научились? Патрик и бизнес-скул. Очно. This is me. Если влюбился в девушку, бери ее. Никто не знает, что будет завтра. Тогда придется гулять по-взрослому. По-моему, ей... Это будет мега-разрыв. Я многое слышала, но это слишком даже для тебя. «Беспринципные» 4-й сезон с 23 марта. Тут вам не Питер, детишки. «Кинопоиск». Премьеры сегодня, завтра, всегда.